Вітаю всіх шанувальників української пісні, з вами я Лідія Григорєва. І ми продовжуємо говорити на тему здоров'я і поговоримо з Юлією Казаніковою, з практикуючим психологом, про гармонію життя. Вітаю вас. Юля, що таке гармонія життя? Зважаючи на сучасні виклики. Ага. Ну, гармонія, да, це душевний такий баланс, да, як ми ще говоримо. Зараз, на самом деле, дуже багато советов практических и в сети, да, как содержать себя в балансе, как быть в балансе, да, между работой, между домом, между семьей, друзьями, хобби и так далее, да. Но как бы люди привыкли, есть такой стереотип сложившийся, да, что у человека должна быть постоянно стабильная работа, какое-то время стабильной работе уделено, какое-то время семье, какое-то время друзьям, да, вот, ну и так далее по списку, да, чтобы это было понятно для окружающих. Ну, как бы это вообще стереотипы такие сложившиеся, да, и здесь нужно обращать внимание на то, что для каждого по-своему, да, для кого-то на данном этапе очень важна семья, да, на самом деле семья, мы как видим, человек отдает время своей семье, да, и как бы это не просто время, это же задачи, это цели, это определенные планы, да, то есть, которые полностью компенсируют, да, нехватку там хобби или нехватку там путешествий. Для кого-то важна, наоборот, работа, дело своей жизни, очень важно вкладывать в это, и при этом человек чувствует себя абсолютно счастливым. Да? И как бы для того, чтобы быть в балансе, ну, первонаперво вообще задать себе вопрос, нравится ли мне моя жизнь, как я живу, да? Вообще в балансе ли я, в гармонии ли я. Да? Второе – это обязательно задать себе вопрос, что такое для меня баланс, в частности. Да? А вот. И третье – это то, что я готов поменять, если мне не нравится моя жизнь, если мне не нравится то состояние, в котором я нахожу, дисбаланс, наоборот, обратное, да? То что я готов поменять в своей жизни, с чего мне начать и какую цену я за это готов заплатить. Є такі, ну, з того часу вирази, як люди кажуть, і думка оточуючі. Сьогодні вона повністю ігнорується. Як вибудувати таку гармонію, незважаючи на оточуючі? Первое, что нужно сделать, обратить внимание, то, что я сказала, на себя, да, на свое состояние. Потому что зачастую люди, знаете, как две полярности. С одной стороны, обращают внимание, что скажут люди, да, как же так, что я уделяю достаточно много времени, допустим, работе, да, а не уделяю семье. Вот. И не обращают при этом внимания на то, что меня вполне это устраивает. И первое, что нужно признать, это то, что меня это устраивает, это мой выбор. И если я при этом чувствую себя счастливым, то нужно отстаивать своё право жить так, как я считаю нужным для себя. В наше життя ввійшло таке поняття фріланс, поняття роботи стабільно, як ви казали, вже відходить на другий план, і робота, як тут знайти баланс? Угу. А баланс, знаете, это невозможно же измерить баланс в процентах, да, точно, потому что баланс – это понятие такое, оно постоянно меняющееся. И в зависимости от возраста, да, приоритеты меняются. Если немножко скажу о возрасте, да, что если для малыша, для ребенка баланс – это когда я играю, и когда есть родители рядышком, да, для подростка это баланс, это когда у меня друзья, компания, родители отходят на второй план. Для 30-40 лет примерно в этом возрасте, да, люди строят себе карьеру, и очень много времени отдают на дело свое, да, то уже ближе к старческому возрасту, да, люди момента мори, да, то есть ценности меняются, приоритеты меняются, и это уже дети, внуки, семья, и колоссальную долю отдают семье. Да, як ви ставитесь до того поняття трудоголік, і коли людина уже пенсійного віку старається максимально відпрацювати на роботі? Чи є баланс, чи вона втратила той баланс роботи і родини ще десь в середньому віці? Угу. Є таке поняття, як компенсація. Да? Є люди, які уділяють кар'єрі і роботі час не в 30-40 років, а в 50-60 років, да, стараються якось це компенсувати. Але якщо при цьому, опять же, повторюсь, чувствує себе чоловік щасливим, якщо йому цього достатньо, то, звісно ж, ради Бога. И очень важно, у нас же понятие как, что личная жизнь, да, как же личной жизни не уделяется время. Личная жизнь – это, ну, в бытовом понятии, это как бы считается, что это любовь, семья, секс, да, взаимоотношения с противоположным полом, хобби, да. То на самом деле жизнь, личная жизнь – это вообще взаимоотношения с личностью, да, мои личные переживания, мои личные эмоции, что я испытываю при том или ином взаимоотношении с другим человеком.
Вот, и поэтому очень-очень важно обращать на это внимание, да, что я испытываю, какие эмоции я дарю, ведь работа же, если касательно работы, да, кому-то нравится очень много душу вкладывать в свою работу, дело своей жизни, да, при этом чувствую себя прекрасно. И очень важно понимать, да, что если при этом чувствую себя замечательно и хорошо, то как бы, да, завтра приоритеты могут поменяться, на завтра может быть семья. Тобто треба відчувати себе, реагувати на запит себе. Да. І тоді буде баланс. Прежде всего, нужно обращать внимание на самого себя. Тому що є таке поняття і здоров'я, а здоров'я – це не лише хвороби. І як зберегти його? Це ж і психічне поняття здоров'я. Безусловно, да, є дисгармонія психологічна, да, психічна дисгармонія, коли чоловік, як ви сказали, трудоголік, який не обращає внимания, вигорів на роботі. Профдеформація, да, це не понаслышке, да, а о том, що чоловік дуже багато часу уділяє роботі, да, настільки, що перестає чувствовать себе, перестає чувствовать своє состояние, да, і как бы до автоматизма доходить. Вот, і тоді біда-біда, і потрібно обращатися тоді к самому себе, потрібно обращати внимание на себе і обращатися к специалистам, если человек не в состоянии справиться, да, с вот такое состояние. На якому етапі треба закладати дитині те, що все повинно бути гармонічно? Робота і відпочинок, що обов'язково повинна бути відпустка. Угу. Тому що все-таки сучасні виклики і роботодавці не сприяють, щоб були відпустки у людей. І люди до останнього працюють на роботі. Більше того, зараз там вони взагалі майже без відпусток працюють і з таким часом, що майже 12 годин на добу. Угу. Но если мы обратим внимание на деток, они же очень интуитивные, очень чувствительные. Это потом, когда уже социальные стереотипы складываются, когда вкладывают уже воспитательные процессы, да, в ребенка, то есть что надо, как надо, да, это, конечно же, безусловно, должны быть правила, как нужно, что время есть учиться, есть время отдыхать, выходные в школе и так далее. Да. Но дети, они очень чувствительны и очень правдивы, очень искренни. И по детям сразу видно, они сразу об этом говорят, что да, я устал, я переутомился. И только родители могут вложить эти такие правила как, на своем примере прежде всего, да, как чувствовать себя. Потому что родители-то, дети смотрят, дети не слушают. Да, если родитель себе позволяет после работы прилечь на диван, да, или книжку почитать, или вот как-то по-другому еще расслабиться, дети будут на это ориентиры держать. Да, если родители пропадают на работе 20 часов в сутки, то как бы дети потом, ну, срываются сначала в истерике, да, или в какие-то деструктивные поведения, или болеют, да, для того, чтобы мама была дома почаще. Вот свои какие-то, у них есть не какие-то, а свои есть методы, да, бессознательные, как они реагируют на то, что не хватает заботы, не хватает внимания. Вот. И как бы на этом и растут. Вот. Тобто, глядя на родителей. Лише власний приклад допоможе дитині реалізуватися і бути гармонійною людиною. Да, все, что мы в детей вкладываем, да, это мы вкладываем своим примером. По-другому никак. Що б ви побажали херсонцям, як бути здоровими? Я желаю жителям нашего города быть в балансе, быть в гармонии с самим собой, быть внимательным к себе, любить свою семью. Счастья. И я вам хочу теж побажати і успіху, і щастя. З вами була я, Лідія Григорєва, а в студії з нами була Юлія Казанікова, практикуючий психолог. До зустрічі. І ми всі дні говоримо про здоров'я.